Апчихба, 249 год. Так, что у нас тут? А, я помню. Надо, короче, все посмотреть внимательно. Ну, вроде расширяемся, стараемся бешеными темпами. И самое главное, началась война. И какой-то у нас флот новый строится. Сразу сюда, значит, вторженцы. Это кто? Это, наверное, на планете сидит. Ну-ка. Армия. Да, вот он. Короче, нанять надо. 2 из 6 даже. Так, давай посмотрим. Ну, адмирала какого-то надо. Ну, прирост опыта давай вот этого молодого. Ну и, соответственно, рой 2, наверное. Выносливость. Давай ремонт. Еще ремонт. Так, а того я как-то называл, нет? Так, ну и на планете тогда обозвать, типа. Столичный генерал. Так, быстренько по планетам пройтись, чё кто строит. Так, ну тут армия, понятно, набирается. Что-то улучшается. Терраформинг 500 дней, но это отлично. Уже скоро закончится. О! Тут райончики достраиваются, потом улучшение будет. Так, третье. Что-то подстроить можно тут. Переработка ресурсов. Так, чего там? А, вот мы тут электростанцию строили. Так, ну на хавчик у нас есть центр обработки. Поставить на хавчик, что ли? То как бы пока что прирост есть, а потом-то его мало будет. Так, пищи меньше, производит, короче, из пищи энергию, я так понял. Вот это биореактор. Две фермы влепим. Сотка производительности, кстати, прям прилично. Все, две фермы и нормально. Так, четвертое. Ну, тут все застроено. Пятое. Добывающий мир, да? Так, на минералы есть. Так, древняя фабрика. Давай поставим. Так, что еще можно? Стражи-то у нас что, отклонение от нормы будет убирать? Так, редких я поставил. Тут про бури неинтересно. И вот этот центр переработки может еще поставить. Давай поставим. Так, шестая. Ого. Тут все я бункерами заставил. Это энергетический мир, нормально.
Так, восьмая. Что насчет чиновников, кстати, у нас? Три штуки можно нанять. Что поставить? На шестом есть у нас. На седьмом нету. Давай. Наймем кого-нибудь нового. Так, расчистка квадратов, это неинтересно. Так, вот эти три. Прирост опыта. Но одного такого придется взять все равно. Так, что ему взять? Аграрный мир. Блага. Блага тут есть, в принципе. Ну, можно взять. Давай возьмем. Так, восьмая нанимаем. О, это кто? А, это наш, который уже управляет. Ну, вот эти с приростом опыта остались. Адаптивность на блага можно, в принципе, тоже. Так, добывающий мир, что у нас там? Дрон-техник. Ну, лучше блага тогда. Пускай прирост опыта еще. Тут у нас сплавы будут делаться. И на идеальный мир. Синаптическое скопление. Так, на идеальный. Так, аграрный мир тоже. Содержание можно взять. Давай содержание возьмем. Тоже неплохо. Ну и тут, в принципе, что обновляется, да и расти должно просто население. Так, теперь на корабли смотрим, чтобы никто не отдыхал. Соответственно, этот строится. Этот будет потихоньку атаковать. Так, где у них родная система? Вот она. Металл. Надо их до системы уткнуть, короче. Так, какой-то там контакт. О, это кто? Малтикские смельчаки. Ну, понятно, какая-то раса. Хотя портрет такой первый раз вижу. А, это эти. Мародеры. Третья империя мародерская. Так, куда их атаковать? Давай сюда. Так, а тут у них планета есть? Здесь планета есть. Засушливый мир. Здесь аж на две есть. Так, наши тут что-то отдыхают. Давай пока построй. Так, тут проект у нас идет. Фазовый сдвиг, ради которого войну затеяли.
System survey complete. System survey complete. Так, сразу форпост дальше. Так, изучать. Ну, вот эти впереди надо будет их хлопнуть потом, пока тогда в обход изучаем. Так, изучил, давай сюда изучать. Блокирование сдвига. Во. Через 6 месяцев полных обработки числовых данных, отвергнутых теорий и ожесточенных дебатов, экипажу корабля АБЧ-УЧ-4 удалось разработать метод, при помощи которого поля частиц планеты можно заблокировать в номинальном состоянии, таким образом предотвратив их переход между измерениями. В достаточной мере... Настроенный импульс энергии должен закрепить планету за веса в одном состоянии. Ее стабильной формой будет идеальный мир. Отлично. Это вот тут у нас. Это тут строит, поди. Да, строит. Так, что у нас по базам? Так-то много можно наделать, так что улучшаем. Тут, по крайней мере, точно. Так, эти у нас отдыхают. Изучил. Так, сюда изучать. Мир саванны. Так, тут у нас... Давай изучать, в принципе, надо. Континентальный. Надо строить, короче, сюда. Так, встреча с чужими какими-то. Так, что тебе дальше изучать? Что-то нас тут прям запирают. Сюда изучать, а ты потом после этого форпост тут. Успеет, нет? Heretic fleet engaged. Our
А он исчез, типа. Вот смотри, построил. Тварюга тупая. Это куда он уходит? А, сюда уходит. Сейчас мы тебя догоним. Может, этот его хлопнет. Патрульные корабли обнаружили необыкновенно могущественную подпространственную сущность в системе Порабим. Существо не проявляет враждебности и, вероятно, вообще не замечает космических кораблей. Но само его присутствие в системе Порабим вызывает пространственное возмущение. По большей части они сосредоточены вокруг сущности и должны исчезнуть, когда она покинет систему. Сущность не отвечает на вызовы, но постоянно испускает короткие тахионные импульсы, которые можно интерпретировать как попытку коммуникации. Если наши переводческие компьютеры не ошибаются, сущность продолжает повторять: «Блур ищет». Влур ищет, влур находит. У нас там, блядь, корабли отдыхают. Жидкий металл, тварюга тупая. Жидкий урод. Так, тебе, значит, пропост. Так, тебе изучать сюда. Ну, так, а тебе дальше изучать сюда. Идущий сквозь покров. Построил нам. Так, похитить, как всегда, будем похищать физика. Ну вот этот вот. Мне вот этого дурака надо хлопнуть. Это кто у нас? Это вода? Куда летит? Не, они там красные, зачем?
Пиздец. Блять, кошки и мышки, нахуй. Естественная червоточина. Короче, обнаружить червоточину в системе, все понятно. Форпост. Так, и изучать вокруг пойдем. Да, он бежит, интересно. Да, блять. System survey complete. Терраформировались, короче, планеты у нас. Неудача. Еще раз будем похищать, если что. Так, тебе изучать, значит, это у нас кто? Эту систему с раскопками-то надо забрать. Изучаем. Так, там еще у него есть. Ну, летим сразу к нему в атаку. Что у нас по флоту по второму? Маленько не достроился. Так, давай пока построим тут немножко. Изучаем дальше. Давай лучше сюда. Так, редкий ресурс. Быстро этого дурака убить.
Music station engaged. О, раскопочки забрать. Так, строимся сюда. Так, разлом в пространстве. Межпространственный рубец в системе Батрак потерял стабильность и разошелся, открыв разлом в другое пространство и время. Действовать нужно осторожно. Так, быстренько вот этого хлопнуть. Опять исчез. Как так? Так, чтобы наши не слонялись без дела. Опустошенный мир. Так, застраиваем. Достраиваем, изучаем все. Сюда нападаем. Установлена связь. Спиритуалисты, комиссариат. Дурочки какие-то, короче. Мы вас всех сожрем. Так, ну раскопки это круто, надо теперь территории соединять, вот эти забрать. Так, что у нас там в управлении? Достроился флот, нет, не могу понять. Анктуны там тоже поглощающий рой. Причастность к заговору. Нас обвинили в причастности к заговору против Азантийские коалиции. Эти обвинения настолько нечеткие, что мы сами не можем понять, нашли они там что-нибудь или нет. Наши шпионы заявляют, что эти обвинения не обоснованы. По их мнению, это либо результат действий контрразведки одной из наших целей,
либо последствия кампании по дискредитации, устроенной нашей некой третьей страной. Какими бы ни были причины, Азантийская коалиция восприняла это как оскорбление. Не знаю, кто такие. Так, вот эту планетку мы сейчас хлопнем. Потом все остальное позабираем. Так, что взять? Колониальный корабль, район. Можно ресурсы взять, да? Что-нибудь такое. Улепетывает куда-то. Так, хлопнули, давай дальше. Так, тут у нас корабли отдыхают. Так, изучаем сюда. Сюда. Так, подожди, а чё он? А, это строительный. Так, строительный форпост. Рубиновый рой, осколыши. Изучаем. Так, иди тут пылинки построй. Добывающие. В принципе, вперед надо идти. Так, куча чужих каких-то появилась. Изучил, значит, форпост. А чё он там строит, поди? Нет, еще не успел. Так, давай изучать вот это. Чхи 2 командует. Ну и что ему взять? Что там на второй? Ну, блага можно, в принципе, дальше уничтожаем. Видите, тут строится. Это кто? А, вода. Heretic Station
survey complete. Так, изучаем дальше. System survey complete. Так, что у нас флот? Так, давай-ка сюда. Похищаем. Так, иди пока тут построй. Надо бы эти изучить. Там эти форпосты стоят. Влияние, кстати, меньше стало. Торговая биржа какая-то. Это мне интересно. Пиратство. Может, базу тут поставить? Ну, в смысле, улучшить форпост. Так, тут пока ничего. Давай построим добычу какую-нибудь. Так, это мы Угашу еще одну обходим. Так, ну давай сюда изучать. Чужие гамма. Давай секреты. Не знаю, кто это. System survey complete. Anomaly found. Пускай производится еще. Так, строй 6. Давай автоматическое какое-нибудь строительство. Пускай сам строит. Так, тут у нас красненькие. Не знаю, лезть дальше, нет. Давай пока, короче, аномалию исследовать.
Heretic station engaged. Ладно, давай построим тут, потом форпост. Так, ну находиться пока здесь, чтобы никто там не вылез. Так, раскопки новые где-то появились. А, это отлично. Так, третьим управляет блага, заботливость. Ну, заботливость взять. Короче, хмыри какие-то. Так, ну я думаю, что? В принципе, можно поизучать. Так, сюда изучать. Сейчас освободим это место. Экспресс-доставка. Когда судно БЧУЧ-3 приблизилось к грузовому контейнеру, нам поначалу показалось, что сенсоры неисправны. Материал контейнера сплав был точь-в-точь, как у наших космических сооружений. Вероятность того, что инопланетяне будут использовать точно такой же состав, исчезающий мала. Но даже после калибровки данные не изменились. В контейнере мы обнаружили подборку документов с подробными указаниями, куда должны отправиться наши научные трутни и что им следует изучать. Инструкции заканчиваются на фиксированной дате, отстоящей ровно на 10 лет от этого дня. Документы в родной мир. Так, откровение. Так, надо ли нам влияние сейчас? Содержание дронов и темп исследований. Но меньше единства. Давай отправим. Эти сейчас там построят. О. База оккупирована. Воки-бури. Сообщение от корабля АБЧ-УЧ-3 нашему сознанию внезапно прервались. Не похоже, что научные трутни мертвы. Они просто не могут связаться с нами. Они изучали необычный шторм в мире Роман-3, и предварительные отчеты вызвали немало интерес. Бури реагировала на высланные зонды, создав вокруг них участки вакуума, а затем постепенно поглотив их. Перед тем, как мы потеряли связь, корабль АБЧ-УЧ-3 планировал просканировать бурю в различных частотах. Похоже, что научный корабль оказался втянут внутрь газового гиганта и перестал подавать какие-либо сигналы. Нужно спасти. Ситуация лог updated.
Так, журнал. Где там спасти этот корабль? Аномалию изучает. Так, у нас тут рядом есть корабль. Ладно, что-то передохнуть охота.